13 января президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии швейной фабрики «Альянс Текстиль» в городе Сумгаит. Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев проинформировал президента Ильхама Алиева о том, что фабрика, построенная в соответствии с государственными программами социально-экономического развития регионов, занимает 2,4 гектара территории. На строительство фабрики общей стоимостью 6,1 миллиона манат Национальный фонд помощи предпринимательству выделил льготный кредит в размере 1 миллиона манатов. Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о льготных кредитах, выделенных на сегодня по городу Сумгаит. Отмечалось, что к этому времени на финансирование инвестиционных проектов 354 субъектов предпринимательства в городе Сумгаит общей стоимостью 320 миллионов манатов со стороны государства были выделены льготные кредиты в размере 120,6 миллиона манатов, в том числе на финансирование 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 268,2 миллиона манатов, основанных на применении современных технологий в размере 104,2 миллионов манат. За счет этих кредитов было создано более 5900 новых рабочих мест. Президент Ильхам Алиев ввел швейную фабрику «Альянс Текстиль» в строй. Было сообщено, что швейная фабрика состоит из двух основных производственных и четырех вспомогательных участков. Отмечалось, что фабрика способна производить за год 100 тысяч комплектов различной рабочей одежды – куртки, комбинезоны, костюмы и комплекты. Здесь глава государства посмотрел образцы производимой продукции. Основное сырье фабрики – ткань – закупается из текстильного парка «Гелан», финансовая помощь которому оказывается Национальным фондом помощи предпринимательству. В результате реализации проекта на фабрике было создано 200 рабочих мест. На предприятии имеются все условия для производительной работы. Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом фабрики. От имени коллектива работницы фабрики Сабира Джамаева и Наиба Мамедова выразили признательность главе государства.